Привет, друзья! Нам хорошо известно, что питьевая вода на пустой желудок может дать нам бесчисленные преимущества. Все органы человеческого тела требуют определенного количества воды для правильной и здоровой работы. Это дар, который дала нам мать природа, который находится в пределе досягаемости. Нам просто нужно воспользоваться преимуществами, которые уже есть. Удивительные преимущества питья воды на пустой желудок. 1. Очищает организм. Во-первых, когда вы выпиваете много воды, вы чувствуете потребность в выведении стула. Это означает, что ваши кишечные движения упорядочиваются. Когда вы ходите в туалет каждый день, вы очищаете организм. 2. Заставляет вас испытывать голод. Вода и очищение кишечника поможет избавиться от сонливости. Это также делает вас голодными рано утром, поэтому вы можете позавтракать. Когда вы более голодны, вы будете потреблять больше энергии, и это поможет вам в выполнении повседневных задач, таких как тренажерный зал или вождение, работа и так далее. 3. Производство большего количества клеток крови. Вода натощак может помочь эритроцитам расти быстрее. Это приводит к более оксигенированному потоку крови, что заставляет вас чувствовать себя более энергичным, чем когда-либо. 4. Предотвращает головную боль. Большую часть времени мы испытываем головные боли из-за недостатка воды в организме. Питьевая вода утром гарантирует, что ваше тело будет увлажнено. 5. Ускоряет обмен веществ. Теплая вода может увеличить скорость метаболизма по крайней мере на 24%. Это означает, что вы перевариваете и усваиваете пищу быстрее и в конечном итоге теряете лишний вес. 6. Похудение. Питьевая вода натощак помогает в устранении токсинов и уменьшает отеки. Это также форсирует ваш метаболизм для того, чтобы сжигать калории быстрее. Это одна из лучших стратегий, когда вы выбираете план диеты. Пейте столько воды, сколько сможете. Когда ваш метаболизм будет работать, и вы уверенно потеряете вес. 7. Дарит вам светящуюся кожу. Большинство проблем с акне возникают, когда у вас проблемы с кишечником. После регулярного испражнения это приведет к уменьшению числа вспышек и акне. 8. Повышает уровень энергии. Если вы чувствуете себя вялым, следует выпить стакан воды. Питьевая вода натощак стимулирует рост эритроцитов. Клетки крови производят больше кислорода в теле. Это означает, что у вас будет больше энергии. Делитесь этими важными знаниями с друзьями и берегите себя. Будьте здоровы!